привет, с вами Сталкер. Сегодня я вам покажу один замечательный лаунчер FireWall. И на этом лаунчере присутствует много очень всяких разных плюшек, таких как выживание, мини-геймс и так далее. Ну, когда вы заходите на мини-геймс, то вы появляетесь на таком вот красивом спавне. Тут очень все красиво, все классно оформлено. В общем, там тут тоже можно с ночками покидаться, весело и так далее. Сейчас я вам демонстрирую мини-гейм. В следующем видео, если под этим видео наберется 5 лайков, то я, может быть, продемонстрирую другие, в общем-то, всякие плюшки. Сейчас мы пойдем, давайте, на Дитиран. Первая арена, это как Хайпиксель, только это русский. Так, игра уже идет. Давайте, первая Маучи игра будет называться. Ну, я не знаю, что пока поделаю. А, вот, игра начнется через 30 секунд. Я покажу, что поговорю насчет моего канала. Так как на моем канале набралось, сейчас посмотрю, 36 подписчиков и 1700 или 1600 просмотров. Я рад очень. И я знаю, что сегодня не сделала стрим 28 числа. Потому что, ну, серьезно, мне там нечего было делать. Вот, сейчас вам объясню, что делать. Тут персонажи все как в забеге олимпийских и так далее. Не заходят за красную линию, а тупо просто справедливо делают все. Так, вот паркуры, тут нужно проходить. Так. Тут, короче, знать главное карту наизусть. Не знаете карту наизусть, значит проиграете. Вот так вот. Так, сейчас через кактус самое сложное, наверное. Потому что я сейчас... Да блин, все, я проиграл, народ. В общем-то, вы видели, как тут красиво падали блоки. Так, все. Игра закончилась почему-то. Кстати, если вы нажмете на инвентарь, то тут можно всякие плюшки покупать. Симбрео. Также можно тут тело, крылья. Мой друг тут. Вип. Тут, кстати, випы можно, админы и так далее купили. Админки куплять и так далее. Так, старт. А, игра уже идет. Давайте сейчас быстренько по этим игрушкам прокачусь. Блок парти. Так, сейчас. А, блок парти. Ой, извиняюсь, кто-то знает, кто-то нет. Вот отчет на начало игры очень красиво так выглядит, мне понравилось. Интересно, лаунчер, если я не забуду, то вам оставлю ссылку. Смотрите, ставьте игры, главное не упадите за карту. Тут нужно, вот, вам дали такой вот цвет, становитесь сюда. Ну, думаю, вы знаете, какая это игра. Сверху очень красиво, вы можете также наблюдать на эту карту, там тоже. Там как бы более интереснее пропадают всякие фигурки, изучение карты. Угу. Опа. Так, а сейчас этот. Да, этот. Я пока что живу, давайте выживем. Турин. Там же. Зеленый. Таран. Вон, один упал. Изучение карты. Так. Сейчас я о других игрушках расскажу. Другая там. Атакование баз. Защита крепости, как по физкультуре. Нам говорили. Вот, все. Много упали. Защита крепости, будем так ее называть. И какая-то еще игра. Но я не помню, я ее не буду обозревать. Это самое интересное для меня. Тут ноты, огонь какой-то, я не знаю, что это. Вот видите, какие узорчики. Если так еще покрутить его, звездочка, вау, класс. Какой-то шар. Этот прям в дырку упаду. Блин, вот. И получается game over. Здесь так. Давай, меняйся, давайте еще раз поиграем, потому что это мой самый любимый этот режим. Вот, игра вам. А что там, человеки? Давай, когда ждем тебя. Битки можно покупать на сайте. В общем, там, да. Да, больше ничего. О, все. Старт. О, нет. Белый. Как же белый? Никто не упал. Как это было сложно. Твою же мать. Сдохните. На. Да, блин, а. Давай. Много сдохну. Да, один человек. О, тут будет полегче, я думаю. Турин. Блин, о, все самое сложное. Черный, коричневый, тупый, все. Блин, ты кто? Не упал, друг. Так, какой, ой, какой хороший цвет. Ой, хорошо, что это не я. Мне было больно. А, миллисекунда! Большое всем спасибо за просмотр. С вами был я, Сталкер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всем пока. А я буду забирать.